Это сольё. Это не сольё. И это тоже не сольё. Какая-то смесь. Поймите, что ноги должны идти строго туда, раскрываться в Невеладу под гриф, а не вот здесь, как на гиперсолиле перед ним. Вот тут, блядь, вот туда. Так как ноги и раскрытие идет из-под турника. И это тоже не солил. Ну, сами понимаете, да? Кобры быть тут не должно. Вообще никак. Это солил. Туда их, господи. Под гриф турника, ёбаный в рот. Не, я это запеку, наверное. Ебать, я аж оглох. Звон в ушах такой. Блять, каким нужно быть долбоёбом, чтобы этого не понять? Нет, ну реально, вы что, разницу не видите сами? Отправляйте мне в личку всякие недогиперы, хуиперы. Всё, конец, короче.